Всем приветики. Пришло ко мне в таком югриновском пакетике. Пришел кабель. Ну, как обычно, рекламка наушников. В прошлый раз такую же присылали рекламку и просьбу поставить 5 звезд. Ну, еще стяжку опять-таки. У меня уже этих стяжек штуки 3, наверное. Или 4. Ну да, 3, наверное. Это третья как раз-таки. Там еще две лежат. Я уже не знаю, куда их девать. Я те две не использую. А это мне тоже тем более не нужно. Мне скоро целый склад их будет. От Югрина этих стяжек. Вот. Ну и вот он кабель. Сам такой кабель. В упаковочке. Югрин USB 2.0 ампера. То есть кабель, который поддерживает передачу данных аж до 2 ампер. Отрезал только что поверх вот этой линии. Так подумал, вдруг это zip-пакет. И точно. Там внутри. Вот он zip-пакет. То есть его даже можно еще раз запечатать. Ну да, запечаталось zip-пакет, то есть можно в нем даже хранить что-то, если не рвать. Какая-то бумажка. Задевается. Что-то там. Спасибо за чосинг, Югрин. Не знаю, что такое чосинг. Покупку, может быть, или использование. Так, ну и вот сам кабель. Такой вот кабель. Довольно-таки вроде качественный, ну, на вид. Так, если посмотреть, кажется, что качественный. Хотя бы потому, что он толстый. К примеру, я его почему заказал? Вот мой оригинальный. От зарядки для телефона. Вот она зарядка. Здесь тоже на выходе 5 вольт 2 ампера. Но при этом провод тонкий. Ну, то есть, я сейчас заказал, оно поддерживает 2 ампера, вот оно написано. 2 USB, 2 ампера. И на зарядке 2 ампера на телефоне, то есть в оригинале шел такой кабель. И он тоньше. То есть, этот, по идее, кабель, который зарядка телефона шел, 2 ампера должен выдавать, он такой тоненький. А этот 2 ампера, но он, можно сказать, в 2 раза толще. А заказал, потому что у меня здесь провод переломился здесь. Я уже года 2 или 3 использую этот провод, везде таскаю. Здесь переломился, я замотал изолентой. И тут еще сильнее переломился, поэтому я сильнее перемотал. Но бывает, отходит, когда его шевелишь, как, вот, когда заряжаешь, и где-то он пошевелится, то бывает, отходит. А без изоленты так вообще часто отходил. Поэтому я заказал новый, как бы, от Югрина. Оно написано Югрин. И здесь все такое тоже. И здесь тоже пишет Югрин. Ну, вот такой обычный микро-USB-шка, новенький. По-моему, метр. Метр я заказывал. Метр длинный, да. Где-то он и будет метр, я не знаю, здесь написано метр или не метр. Да, 1 метр, белый. И здесь такие толстенькие вот эти вот штуки, которые держат. Здесь худее будет. Ну и по идее можно проверить, как он заряжает. Он получается для зарядки и передачи данных. Есть просто для зарядки, а это еще для передачи данных. Ну и можно сейчас подключить, проверить. Ну вот мы сейчас сюда, в эту розетку, подключим зарядник с тестером. И будем попробовать заряжать Powerbank, посмотрим, какой кабель что выдает. Купленный, старый и который с Powerbank шел. Ну вот в данный момент Powerbank заряжается. И через старый зарядник, то есть через кабель от этого зарядника, который шел с телефоном, на который я сейчас снимаю. 5 вольт, 1,4 ампера выдает. Так, теперь переключаемся на другой кабель.
купленный. Его даже так подключать приятно. Он такой новенький, блестященький. Круто на самом деле. Ну, новая вещь всегда приятна, как бы. О-о-о. Вот это ощущается сразу. На новом кабеле, купленном, 1,9 выдают. То есть кабель, который шел в комплекте с этим зарядником, зарядником для телефона, выдавал 1,4. Хотя зарядник на 2 ампера, значит, и кабель, который шел в комплекте, должен поддерживать 2 ампера. Но получается, он максимум дает 1,5. А этот уже он 1,9 скачет. То есть этот провод от Югрина реально может выдавать 2 ампера. 1,916. Ну, можно сказать, грубо говоря, реально 2 ампера выдает этот кабель, потому он такой толстый. Хотя вот шевелишь, что-то падает. Току не нравится, что кабель 0,5 падает. Хотя я тот не шевелил во время зарядки. Но в состоянии покоя тот же мы не шевелили. 1,8 растет. Ну, короче, он реально намного больше выдает. Это круто. Ну, по идее, да, он такой толстый, он должен выдавать много раз. Но по толщине, чем больше ширина провода, тем больше по нему шток проходить. Но показатель сразу вырос. Ну, вот подключил кабель тот предыдущий, который был первым, который от телефона. Вот он тоже выдает. Так, вроде пока не трогаешь его, начинает расти 1,1, 1,9, ну, 1,19, 2. А когда шевелишь, тоже падает. Да, вот как раз когда я включал, я это после шевеления, вот, до 0,3 упало, когда же пошевелишь. 1, только что было 1,3, стало 1. Короче, да, когда шевелишь, где-то, видимо, контакт отходит, о, до 1 упало. До 0,9. Ну так вообще он первый раз, когда мы включали, 1,4 выдавал. Так что во время зарядки лучше не шевелить провод. Ну и вообще, да, когда ставишь на зарядку, поставил, пускай заряжаешь. О, сейчас пошевелили 0,7-0,8. Получается, когда шевелишь, если так будет ток падать, то медленнее заряжаться будет, поэтому лучше поставить на зарядку и не трогать, тогда быстрее заряжаться будет. 1,4 вообще падает. Ну, в общем, как-то странно работает. Ну, а вот оригинальный провод, который шел в комплекте с зарядником. Во-первых, он короткий. Во-вторых, по ширине он, ну, так-то он тоненький, но широкий. И если все это провода, то, по идее, они тоже... Ну, во-первых, чем меньше длина, тем лучше, как бы, проходит ток. Ну, то есть, чем больше длина, тем больше потерь по току. Ну, потому что пока он по всей длине пройдет. Плюс здесь он тоже довольно-таки широкий. Короче, да, двойку выдает, можно сказать. 1,8. 1,86. Ну, тоже можно сказать, как и этот, который мы купили, югриновский. Короче, провод, который шел в комплекте с зарядником, самый плохой. Он 1,4 выдает. И бывает, падает меньше там. Хотя здесь он 0, вообще до 0,00 упало. Ну, вообще, так, если в целом 1,4 выдает провод, который шел в комплекте с зарядником. Провод, который шел в комплекте с повербанком, выдает 1,8. 1,9, грубо говоря. И провод, который мы купили, тоже выдает 1,8, 1,9. Но при этом он длиннее, здесь где-то 15 сантиметров, а он метр. И потолще, да. То есть провод от Югрина такой же качественный, как и провод, который шел в комплекте с пауэрбанком. Выдает такие же цифры. Так что у Югрина довольно-таки качественная вещь. Я доволен, что купил. Теперь благодаря проводу от Югрина у меня телефон будет заряжаться быстрее, чем от провода, который шел в комплекте с телефоном. Хотя вот сейчас он подключил провод от Югрина, уже 1,7 выдает.
А до этого, вот пока я подключал, было вообще 1.3 там. Короче, я не знаю, почему так, почему оно падает. Сразу оно было вообще 1.8, 1.9, теперь 1.7. Падало только что до 1.3. И тоже как на оригинальном, который с ним шел до 0.0, падало. Не знаю, от чего это зависит. Может, от того, что как-то пошевелишь, типа, из-за этого, может быть, я не знаю, может, провод пошевелишь, может, еще чего. Может, шевельнул провод уже 1.2. Короче, я не знаю, от чего это зависит. О, 1 вообще. Странная, странность его вообще. Короче, странная система. Но то, что провод от телефона заряжает хуже всех, это точно. Здесь хотя бы после пошевеления оно хоть его пойдет восстанавливается до 1.6, 1.7. А в телефоне там, по-моему, 1.4, 1.3, там что-то такое. И надо было бы еще как-то проверить передачу данных через этот провод. Ну вот, я подключил сейчас через Ugreen телефон. И вот он выскочил, Redmi, мой Redmi-к. Открываем внутренний накопитель. Да, все папки показывают. Как-то у меня был кабель. Я тоже покупал новый зарядник. Как-то, кстати, уже на канале есть видосик про холо зарядники. И там, по-моему, до половины было, половину не было видно. А тут все видно, значит, работает. Когда сюда заходил, то уже половину не отображалось каких-то, а теперь отображается. И, заходя в камеру, тоже много чего не видно было. А теперь видно все. Ну, по идее, вроде все. Так, если поставить, то... Ну, в принципе, да, тут... Вот только что видосик, первая часть, которую я снял про кабель. И вот это еще вторая снимается. И все, что у меня здесь есть. Да, видно, и ползунок только длинный. Значит, действительно работает, потому что тот кабель, который ушел в комплекте с Holo, он хоть и поддерживал быструю и мощную зарядку, там много ампер, у него, когда подключаешь к компьютеру, здесь, по-моему, ползунок был не такой большой, половину здесь не видел. И здесь каких-то папок не видел, и здесь половину папок не видно было. А этот, значит, получается, на самом деле этот кабель работает. Видит все данные, которые есть на телефоне. И зарядка через него будет лучше, потому что он толще. Ну, вот я к телефону подключил сейчас кабель оригинальный. Вот он идет отсюда, и вон его можно видеть в отражении. В телефон вставляется. И 1.4 выдает. Теперь уже не фовербанк, а в телефон. 1.4. Сейчас подключим. Ну, это старый кабель. Сейчас подключим новый. Ну, вот новый. Видно, что Ugreen отсюда выходит. И вон Ugreen туда. Она в отражении вставляется. И видно, что уже побольше. 1.77. Там было 1.4. А здесь... Или 1.6. Что-то такое, я не помню. 1.4, по-моему. Что я уже забыл, секунду назад было, я уже забыл. Но здесь видно, что побольше, там явно не 1.7 было. По-моему, или 1.4, или 1.5. Здесь побольше видно, что 1772. То есть, этим кабелем можно... Этот кабель можно использовать вместо стандартного. И файлы все видит, и зарядка через него идет сильнее, чем через предыдущий. 1.70. 770. Ну, 1.8, грубо говоря. Нормально, круто. Ну и вот еще раз присоединил оригинальный. Получается, здесь 1480, а там 1770. Ну, на 300 миллиампер больше получается. Там, на новом кабеле, 1770, а здесь 1470. На 300 больше на новом. То есть зарядка будет быстрее идти.
Так что выбор очевиден. Ну, вот такой вот кабель я купил. Теперь можно не переживать за то, что мой старенький кабель уже весь такой занюханный, затертый. И то, что он у меня уже весь порванный. Здесь даже видно, что по нему, что он весь такой вот грязный, уже потертый жизнью, так сказать. Там так, где заклеено, вообще поломанный. Теперь можно не переживать, что если вдруг с ним что-то случится, потому что я нашел достойную замену от Ugreen. Мне нравится покупать Ugreen, у них качественные вещи. Теперь я уже, ну, точно в этом уверен. Каждый раз, как я у них не беру, всегда все качественное Ugreen. А вот провод, зарядник недавно брал. Там еще что-то брал, какие-то переходники. И, в общем, все круто. Так что в Ugreen я уверен, это реально. У них и дороже стоит, чем остальных. Но у них качественная вещь, потому и дороже. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.